Всем привет, вы на канале Tetra Games, меня зовут Вирт, и это очередное прохождение игры Машинки. В этом видео мы будем отшлифовывать окончательно систему, транспортную систему доставки, во-первых, стали. Это прежде всего, я думаю, мы с этого начнем. И, скорее всего, также я постараюсь улучшить доставку угля. Ну, то есть, будем наращивать масштабы. И, возможно, что-то сделаю с досками, пока еще не знаю, с этой станции. Может быть, тоже что-нибудь получится. Вот, как конечный итог, на данный момент, до ближайшего обновления, скорее всего, это будет последнее видео. Вот, дальше я снимать игру буду уже после обновы. Ну и, собственно говоря, давайте приступим. Финальной целью и задачей будет накопление хороших денежек, всех токенов разных видов и переход на следующую эпоху. Она не будет уже ничего открывать нам, просто мы перейдем в эту эпоху. Что ж, давайте я начну, пожалуй, с прокладки параллельной линии доставки стали. Вот у нас эта линия вот так вот идет она, собственно говоря, так же, как и раньше шла. Ничего с прошлого видео не изменилось, поэтому я прямо прокладываю параллельную линию, чтобы у нас ходило сразу, скорее всего... Ой, что здесь? Какой ужас. Чтобы у нас ходило сразу же три, как минимум три паровоза по этой ветке. Сразу их разделяем. И вот, собственно говоря, вот так. Пускаю параллельно линии. Благо, с деньгами особо проблем нет. Так, вот здесь я... Думаю, как бы это сделать получше. Ну, ладно, я думаю, этот поезд не шибко обидится, если мы немножко подрежем у него семафорчики. Вот здесь мы разместим. Вот таким образом. Прокладываю параллельную линию. Ну и, собственно говоря, я дальше не буду делать две колеи. Все по-прежнему. Делаю правостороннее движение. Ничего особенного. Ничего особенного. Вот таким вот образом. Все, я это делаю. Так, у меня, естественно, поезд, который ехал, затупил. Мерзкий поездишка. Но все равно я буду придерживаться своего плана. Я думаю, поезд не шибко расстроится, если я немножечко ему колею подсобью, скажем так. Пусть разбирается. Так, вот так. Ну и, в общем, классика. Классика жанра, правостороннее движение. Все семафоры расставил в правильных направлениях. Угу. Ну и тут все, в общем-то, тоже понятно. Разгружаться они будут на одной станции. Прекрасно. Теперь у нас есть возможность сюда направить, ну, как минимум, еще два таких же поезда. Они все дружно жрут уголь, так же, как предыдущие три, которые я создал для пассажирской линии. Я по-прежнему буду покупать именно вот эти поезда. Потому что они мощнее и быстрее. В общем, единственное, что они занимают практически на целую клетку больше. Возможно, мы могли бы привозить чуть медленней. Вот, на, допустим, на этом поезде. Хотя, вы знаете, может быть, так и стоит сделать. По-хорошему-то. Мне очень хотелось, чтобы сталь ездила быстро, но я думаю, это не будет так работать.
так, как мне бы хотелось. Поэтому я не пожалею. Я продам этот паровоз. Пусть он будет чуть меньше зато жрать угля. Я куплю вот этот. Он будет гонять 90, но он меньше. Мы сможем прицепить к нему еще целый один вагон стали. Где они? Где сталь? Вот сталь. Тем более стальные вагоны, которые перевозят сталь, они покупаются за денежку, не за ресурсы. Вообще идеально. Перекидываю остальные вагончики. Опа. 6.29. А ну и хрен с ним. Ладно. Пусть так будет. Ну и, собственно говоря, маршрут. Есть, отправляем. Теперь то же самое я делаю еще с двумя такими же. Надеюсь, он поедет в правильном направлении, на правильную повернет дорогу, на правильный путь. Он, по идее, сейчас должен, как адекватный паровоз, должен повернуть вот сейчас вот сюда. Но он неадекватный паровоз, он не хочет тут никуда поворачивать. Я не знаю, как он дальше будет тут ехать. Вообще непонятно. Очень странно. Ну ладно, я ему проложил, конечно, дополнительную колею здесь. Хотя, мне кажется, вряд ли это ему поможет. Ладно, пусть делает, что хочет. Покупаем еще два таких же. А может быть, сразу купить, что я мелочусь-то? Вот два паровоза сразу же. Вагоны. Сталь. Сталь, сталь, сталь. Так, еще докупаем. Не стесняемся. 5.5.7. И давай еще один. Вот так вот. 6.29. Ну, отлично. Вот этот поезд. И также я ему прописываю маршрут. Отправляем. Следующему поезду закупаемся еще столько же вагонов. Отлично. Выбираем также маршрут. Ну и, собственно говоря, я улучшил эту линию. У меня теперь сталь отвозится на мастерскую аж целыми тремя паровозами. Вот два там, как вы только что видели, уже загружаются. И один уже везет сталь вовсю. Все, вопрос со сталью решен. Теперь мы все апы за сталь можем делать смело вообще, не запариваясь даже. Ресурсов остальных у нас теперь будет хватать вполне. На яйца хватит. Так, а вот это что такое здесь? Это заблудший поезд с прошлого вида. Видоса. Затерялся у нас здесь. Что ж, давайте теперь чуть-чуть, может быть, мы улучшим как-то поставки угля, угольную линию, потому что паровозов, использующих уголь, действительно очень много у меня. Возможно, что-то изменится с переходом на будущую эпоху, но сомневаюсь, поэтому рисковать не будем, я не хочу по углю сильно просесть. Так, тут у нас железо поставляется нормально, угля не очень нормально, но в принципе терпимо. Так, это у меня сумасшедший поезд. Почему-то он решил, что
может не на ту ветку поехать. Забавно. Хотя это весьма странно, конечно. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так, эти паровозы сейчас займут свою единственную платформу. А он куда поедет? Он адекватный вообще, нет? Ну, слава богу, адекватный. Что ж, уголь. Вот на этой станции я вижу паровозик отходит 3981. Значит, мы должны именно угольную шахту улучшать, чтобы еще больше возить угля. Ну, давайте посмотрим, что мы можем. За уголь и баксы улучшение. Ставим. И второй конвейер за сталь. Без проблем. Есть. Теперь на этой станции будет 5 в один игровой такт, 5 угля появляться. Ну, это весьма прилично, могу вам сказать. И все это везется как раз на ту самую нашу мастерскую. Ну, что же, отлично. Тут, как вы видите, у меня тут еще тоже недостаточно апнуто. Давайте апать еще. Ну, тоже сталь сюда. Смогу здесь апнуть за счет стали. Все остальные уже апы есть, хорошо. Теперь, по идее, у меня угля должно гораздо больше перевозиться. Так, что же у нас тут? Собственно говоря, лесопилка. Лесопилка города Калининград. Она хочет... Вот, я могу, кстати говоря, склад построить, чтобы быстрее перерабатывать. Для этого мне понадобится много досок, да, забавно достаточно. Доски нужны, чтобы еще больше досок делать. Ну, в любом случае, нужно апать это производство, потому что нужно увеличивать обороты, в любом случае. И, возможно, сюда стоит привозить иногда уголь. Надо решить, каким образом мы это будем делать. Возможно, стоит апнуть вот эту лесопилочку, чтобы она еще генерировала уголь. И поезду прикупить немножечко вагонов. Вот, депо, все, едет депо. Сейчас я просто продам один из вагонов с древесиной. И куплю вместо него один вагончик для угля. И таким образом, то, что будет происходить, вот здесь будут угольная печь, то есть то те бревна, которые будут сжигаться прямо на месте, они будут в качестве угля увозиться уже прямо вот на эту станцию, где углю мы будем очень-очень рады. Так, продаем. Вот, продаем. Это вот первый вагон. Продал один вагон. Вагоны. Уголь. Вот он. За доски. Ну ладно, пусть будет хороший вагон за доски. Это, конечно, растраты, но что поделать. Маршрут тот же. И теперь уже... сможем мы прямо сейчас апнуть. А, ну правильно, уголь я сразу же делаю. Вот, угольная печь. Есть. Все, теперь эта станция у нас генерирует 2 единицы бревен такт и 1 единицу угля. Ну что же, отлично. За счет угля мы еще можем больше бревен, кстати, отсюда увозить. Тоже апы. Все, теперь этот поезд у нас будет постоянно загружен. Не то, что 28 из 49, постоянно будут загружены бревнами и углем. Здесь же мы будем принимать этот самый уголь, поэтому нам понадобится паровая лесопилка. Вот такая вот штука. И тогда мы сможем огромное количество бревен в дополнение к тому, что мы уже перерабатываем, еще дополнительно перерабатывать. Апаю. Вот такое вот зданица. Так что все, ждем теперь угля. Ну, пока что угля нету. У этого поезда только первая ходка сейчас, 9 единиц. Но к этому моменту, я так понимаю, уже здесь, на этом лесном
заповеднике, лесной зоне уже достаточно много угля. В общем, сейчас мы увидим, насколько быстрее вот этот запас древесины, который лежит на этой станции, насколько быстрее он будет расходоваться. Это все в итоге приведет к увеличению наших бонусов, наращиванию мощностей именно в плане древесины, в плане досок. Ну, собственно говоря, отлично, поезд загрузился, 49-49, 9 из 9 идеальные условия. Я думаю, 9 единиц нам хватит с этого вагона на то, чтобы хотя бы 9 тактов перерабатывалось древесина в больших количествах. Сложно сказать, насколько быстрее, но все-таки быстрее. Видно, что уголь потребляется. Соответственно, вот это лесопилка, она будет потреблять больше древесины. Можно это даже посмотреть. Ну вот, принимает 8 теперь и уголь. Производит очень много досок. То есть теперь у нас почти все будут поезда полные уходить с досками. В общем, очередной огромный плюс. Что ж, видео получилось не очень большим. Особо показывать, рассказывать нечего. Я пока больше здесь ничего не буду достраивать. Сталь у нас идеально. Уголь мы теперь возим. Так, насколько идеально сталь? Не идеально сталь. Застревают все-таки паровозы здесь. Похоже, ничего с этим не поделать. Ладно, давайте мы тогда немножко изменим саму идею. Проблема, когда так поезда тыкаются нос в нос, когда один поезд выезжает с платформы, а второй тут уже ждет. Это связано с тем, что здесь двусторонний семафор. Таких семафоров вообще быть не должно в идеале. Именно вот на таких станциях, где больше, чем один. Ну что такое? Давайте уже, разъезжайтесь. Эй! Опа! Я, кажется, доигрался. Я доигрался. Вот так вот бывает, друзья мои. Паровозы просто столкнулись. Я за ними не уследил. Ну что ж, бывает. Что ж, мне будет чем заняться на досуге. Буду заново покупать паровозы, да налаживать эту ветку. Я думаю, теперь уже больше таких эксцессов не будет. И будет все хорошо. В крайнем случае нет. Нет, я думаю, все-таки будет все хорошо. Что ж, мы заодно еще и аварию видели. На этой оптимистичной ноте я завершаю видео. Если оно вам понравилось и вам нравится вообще игра машинки, обязательно следите за моим каналом. Скоро будет обновление по игре. Будем кататься на тепловозах. Я, конечно же, буду продолжать снимать прохождение, обзорчики по новой технике в этой игре. В общем, до новых встреч, друзья. Ставьте лайки под видео и не забывайте подписываться на канал. На этом все. Пока-пока.